Поставки зелья. Гуляли с пацанами на речке. Посмотри на меня, самый лучший. Гоша Рубчинский, это мой босс, best friend. О, блин. Капец, кошмар. Гоша Рубчинский, это мой best friend, best brand. Yeah. Душа. О, господи. Представляешь, кто-нибудь создаст песню? Посмотри на меня, самый модный в тренде. Саня Аленин, это мой best friend. Саня Аленин. Они смотрят, но им этого мало, они завидуют. Посмотри на меня, самый модный в тренде. Саня Алёню, это мой best friend, представляешь? Саня Алёня, лучший best friend, best brand, ты представляешь? Он рисует офигенно. Саня Алёнин. Да, смешно. Камфак. Ой, камон, бэйби. Камон, детка. Подойди и займись любовью с Алёниным. Но это не будет тебе бесплатно. Камфак виз Саня Алёнин. Камфак виз... Камлов виз артист пейнтир. Потому что он офигенный пейнтир. Он просто... Нормальный парень вообще. Come on, baby. Так. А, кстати, здесь надо сделать такую небольшую типа железную дорогу, что она доставляет здесь грузы. Короче, технократия здесь полная. Саня Алёнин, это мой best friend. Посмотри на меня, самый лучший в тренде. Саня Алёнин, это мой best friend. Мы купались с пацанами на речке, блин. Она покупает картины Сани Алёнина, как словно бургер. Покупает картины словно бургер. Нет, словно это шопится. Она любит ходить на шопинг, но она вместо этого давно не ходит туда. Она покупает картины Сани Алёнина.
Чем я принял только одну таблетку нейролептика и все. Ну еще на ночь я принял 5 миллиграмм феназепама. Строго по рецепту врача, строго по печати. Причем действие его уже давно закончилось. Проснулся рано утром, в 5 утра. Точнее, я посреди ночи еще просыпался и чувствовал тревогу. Представляешь, феназепам выпил, все равно чувствовал тревогу и грусть. Представляешь, что бы было со мной, если бы я это не принимал? Я бы уже давно, наверное, там офигел. Я не был таким спокойным, радостным. Ну, точнее, я был бы спокойным, у меня было бы очень хреново. Спасибо тем, кто задонатил. Я вас не обманываю, то есть я реально деньги могу отчитаться. Не знаю, если вам нужно это насчет того, куда потратил. Сами могли слышать, как моя мама относится к лекарствам. Негативно, а отец мне деньги вообще не дает. Никогда. Я даже не прошу его. Поэтому только вы помогли мне. Только благодаря вам я смог купить от тревоги лекарства, назначенные врачом, строго по рецепту врача, со всеми печатями. От меня зависит лишь, можно меньше их принимать, чтобы подольше это мог их, они оставались подольше. Хотя надо принимать их строго по рецепту, там, ну, точнее, строго по назначению врача, там, 3-2 утром, это флоксетина, 1 в обед и 3 раза в день нейролептик тирольджен. Только вот у меня нейролептик тирольджен, сами смотрите, остался один, больше нет. Нужно в комбинации принимать тирольджен и эти. Если у меня еще остались деньги там, я просто не смотрел, я куплю тирольджен еще. Хотя это компания, которую я ненавижу, которая свой народ обрала, себе присвоила все то, что им не принадлежит, когда вот началась перестройка. Это должно принадлежать народу. Ну что, вам не нравится мои рисунки? Не нравится, да? Не нравится. Понимаю. Ни копейки за них нет. Нет. Понимаю. Понимаешь? Понимаю. Общение со мной тебе интересно, нет? Нет. Понимаешь? Понимаю. Я-то понимаю. Общение со мной очень неинтересно. Мне вообще будет со мной очень неинтересно. То же самое, что с Пахомом. Будет запертым. Раньше я все время молчал. Из-за этого у меня выработался комплекс. Меня все гнобили, что я молчу. У меня выработался комплекс. Ну, не гнобили, а просто. Теперь я говорю беспрерывно. Стало еще хуже.
Все, закончил рисунок. Сколько время? Сколько время? 9:25. Это за сколько я долго рисовал? Два дня. Ну, вчера и еще сегодня. Так, корабли.